Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сейчас сезон помидоров. Давайте вместе приготовим вяленые томаты. Для начала моем помидоры. Моем, сушим. Нарезаем пополам. Убираем плодоножку и сердцевину. Помидоры мы подготовили. Берем противень, застилаем пергаментной бумагой, выкладываем сюда помидоры.
помидоры солим и добавляем итальянские травы. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 100 градусов. Дверцу духовки до конца не закрываем. Каждые 2 часа проверяем готовность помидоров. Помидоры наши готовы. Выглядят они вот так. А сейчас нарезаем на кусочки чеснок. Берем баночку, по слоям выкладываем томаты, чеснок, розмарин, крупную соль и все это заливаем горячим маслом.
Томаты я храню в холодильнике. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч!